Скажите, пожалуйста, чем отличается мастер от учителя? Целитель может исцелять. А вот когда он будет объяснять, как он это делает, то может не уметь объяснять. Вот смотрите, как это все устроено. Допустим, вы обучаетесь медицине. И после того, когда получили диплом, то вы получили диплом медицинского работника. Что вы умеете делать? Вы умеете хорошо там диагностировать, делать там, знаете, что такое пропедевтика, знаете, что такое постановка диагноза, анамнез там и так далее. Диагноз, понимаете там. Все понимаете, умеете читать биохимические исследования крови, знаете, что такое гистология, цитология и так далее. То есть вы умеете этим всем заниматься. Но если вас в этот момент сказать вам или заставить вас преподавать, допустим, вот вы разбираетесь в том, что такое, допустим, там гистологические исследования, как проводится там, как проводятся исследования и так далее. То есть вы знаете, как читать эти анализы, понимаете, что это такое, но при этом, если вас попросить преподавать этот предмет, то вы, скорее всего, откажетесь. Почему? Потому что для того, чтобы преподавать, необходимо обучение тому, как нужно преподавать, знать этот предмет досконально, разбираться в этом. То есть это гораздо более широкий пласт информации, который необходимо в дальнейшем создавать. Именно так и устроено все. То есть целитель, которого обучают целительству, этот человек может исцелять, он мастер. А человек, который обучает тому, как это делать, его обучали тому, чтобы он обучал. Очень редкое явление, когда тот человек, который обучает, умеет еще и хорошо быть мастером. Это очень-очень редко случается. Так у одних людей есть талант обучать, а у других людей есть талант применять. Очень часто эти таланты между собой не совпадают.